Уважаемые зрители, после многочасовой прогулки по Дубаю, знакомства с Золотым рынком, Дубай-музеем и другими достопримечательностями города, нам просто захотелось отдохнуть в отеле. С удовольствием повалялись на лежаках у бассейна и с интересом понаблюдали отражение высоток в окнах отеля. Наступил вечер, вид из окна номера. Отдохнув у бассейна, мы вечером решили все-таки пройтись, прогуляться. И вот какую интересную машину мы увидели. Небоскребы с подсветкой смотрятся очень эффектно. Но как не зайти в бар после прогулки? Этим вечером женщинам наливали бесплатно. Конечно, я не отказалась. И представляете, мне поставили целых пол-литра вина. И следили за тем, чтобы мой муж мне не помогал. Муж сидит довольный, понятно, что ему тоже перепало. Так закончился наш второй день в Дубае. Вам понравилось? Подпишитесь на мой канал и познакомьтесь с другими моими фильмами.